Ладно, мы проходим с вами третий уровень. Это гробница Рамсеса III. Давай, прогружайся. Больно? Все, не шевелиться никому. Мне показалось, кто-то шел. Кстати, я не знаю, слышно меня или нет. Я вот убавил в игре, короче, звук, чтобы... Ну, чтобы меня было слышно. Поэтому, не знаю. Мне теперь ощущения такие, как будто на меня везде нападают. Ой. Орёт. Да, херово, кстати, все-таки, что игра даже сейчас висит на самом деле. Кто? О, хилка, нам она нужна. Так, хилка нам нужна, поэтому давайте мы съебем сюда, короче говоря. Кого я там, господи, забыл? Смотрите, как несется ко мне Гнар. Прям как училка по истории влепит ты двойку. Правда, у него было два глаза. Ну, вроде два у него было глаза. Или три, я не помню, конечно. Я не считал. Так, я лучше срежу путь. Там... Ничего интересного. Мне всегда кажется, как будто туда можно все-таки как-то добежать, но нет. Раз, два, три. Вот как детям надо учиться считать. Прям через Гнар. Правда, меня жена будущая так убьет на самом деле. Просто с локтя или с двухстолки пропишет мне. Это я понимаю. Да, все-таки озвучка в HD переиздании просто шикарная. Все-таки, то есть так все четко звучит и смешно даже. Так, давайте лучше с Томпсона постреляем все-таки, так будет. Так лучше будет. О, какая лужа крови. Прям как у меня из носа месячно. Кстати, когда у меня был... Иди сюда, пидор. Ой, я чуть-то обосрался. Кстати, когда я ебал девушку, у нее примерно из пизды вот то же самое вылезло, короче говоря. Вот такая вот чача. Я не знаю вам, зачем это говорю, но мало ли вам это будет важно, там, интересно. Но зато будете знать мою биографию, что я своим пальцем смог порвать... Вот это, короче говоря. Да, ну слушайте, ну это какая-то на самом деле не гробница, а, не знаю, это, ну блин, ну это мой класс какой-то. Ну то есть слишком уж много помещений, много комнат, гигантская комната такая. Не показалось ли, он даже перевернулся что-то? Слезай, нехер читерить, блядь. Ну конечно, стоило было взять что-то маленькое, и мгновенно нам показывают монстров. Козлы.
Ой! Это было на самом деле чуть-чуть страшно, на самом деле. Но вы неудачники, на самом деле. Ахуй, мудаки! Столкнули меня. Ну ладно, я не буду на вас время особо тратить. Давайте лучше пойдем дальше. Ну ладно. Прикольно, прикольно. Вот ты, четвертый уровень подоспел. Мои датчики фиксируют сильные колебания воздуха. Поспеши, мы должны успеть, прежде чем стемнеет. Да ладно, ты не выебывайся, все хорошо будет. Кстати, я все-таки удивляюсь, почему HD тормозит. Ну, в смысле, на бандиками. Стандартно они мне, короче, засаду устроили. А ты как взорвался-то, придурок? Я вроде бы только по быку стрелял. Или может быть я настолько жестко всех убиваю, что я даже не замечаю, что я некоторых тоже убиваю. Так, вот тут папочка пришел. Красный такой цыпленок. Круто, да? Ну, это наш легендарный алудранский рептилоид. Ну, у меня дома такая же. Вот стоит. Это я понимаю. Ой, я про тебя забыл. Это же тот самый первый босс, самый крутой такой. Ой, не, смотрите, не нравится, что я его ебошу. Все круче и круче. Ага. И все. Его больше нету с нами. Амин. Блять. Да че вы так плодитесь, блядь? Вот бы моя девушка также плодила моих подобных. Так, я нажал же, да? Да, нажал. Видали, что Фидо Селянджело тут вам устроил? Просто полный член, на самом деле, я вам устроил. Вот прямо, смотрите, девицы показывают. Пиздуй туда. Вот прям вообще, прям говорят. Руками показывают. Ой, 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 пиздец, да? Ай. Ай, пиздец. Бьет, больно. Это было неприятно. Кстати, что с твоим глазом? Он какой-то у тебя размытый. Как алудранское очко. Сюрприз. Но тебя уже и без сюрприза можно ёбнуть. Так, ладно, берем вот этот ключ от квартирки. Кстати, у меня примерно такой же. Задолбал прыгать, обезьяна. Так, опять мрачные такие катакомбы. Ой, да блин! Спина чешется, и они такие сразу, мгновенно.
прибежали, решили на этом как бы заработаться. Но у них ничего не вышло. Видос лучше. Так, у нас тут, тут ничего интересного. Я как понял, нам туда. Удивительно, что это не секрет, прикиньте. Мне, кстати, нравится звук из второго сцена, там, когда вы берете там аптечку, да, и там вот эти вот звуки птю-птю-птю-птю, знаете, вот это вот. Ой, набежало вас тут. Блин, намусорили, а. Кровью все заляпали. Сначала упали, а потом заляпали. Ну да, звук из второго Сэма. Ой, смотрите, даже когда он прыгает, Сэм, он тоже издает такие звуки из второго Сэма. Как будто, знаете, он высрать личинку хочет, вы послушайте. Да, забавно, забавно, чё. Ты промахнулся, дебил. Фух, и он тоже промахнулся. Нихренасечки, вы... Посмотрите, насколько четко сделана решетка. Вы посмотрите, она не размытая, она, смотрите, четко, ебать, да Call of Duty просто сосет, причмокивая. Ну вы посмотрите. Я думал, она размытая будет, да, ну типа там декорации рисованные. А вы посмотрите. Пиздос. То есть вы посмотрите, это круто, блин, да я готов. Сейчас целый час на самом деле потратить ради того, чтобы это посмотреть на решетки. Но смотрите, они... Это пиздец. Это... Они не размытые, они жестко нарисованы. Опять все заляпали. Египтяне тут строились, строили. Убирались, убирались. А вот взяли и все заляпали. Козлы. Эй! Давайте, уродцы! Заебали. Вам меня не схватить за яйца. Фу, уйдите от меня. Вы не мытые какие-то чуть-чуть. Спидозники, бля. Разносчики ментала, бля. Серьезно? Это все, что ты можешь? Ну, не можешь, а можете, потому что их тут много. Лалки. Ну ладно, пойдемте дальше. Да ты чё тут забыл, слышь? А ты чё, охуел, что ли? Блин, я начинаю включать дауны. Ну это, в принципе, нормально. Это мой нормальный... Мое нормальное состояние, короче говоря. Да ты охуевший, я тут кино смотрел. Все, лежать всем. Я тут беру амулет. Смотрите, видимо, кто-то уже тут... Не впервые кто-то тут побывал. Наверное, Дюк Нюкем. Пытался разгадать загадку, но видимо слишком тупой, и его убило нахуй. Ой, смотрите, как тут все прорабатывается.
У меня самая лучшая тактика. Я как идиот. Да, это самая великая битва из всех, что только видели. Мои глаза! Идите нахуй! Голые дяденьки. Не надо меня лапать. Потом, когда-нибудь. Нет, ты меня не испугаешь. Вот моя мамка испугать меня может. Ремнем стальным. Так, ну вы, в принципе, знаете вот этот прикол. Кстати, чем-то напоминает на галактику, чем на портал.